привет, с вами Мелвин, и сегодня мы готовим полтора. Полтора. Это нормально. Уже прошло много времени с момента, когда мы проводили конкурс на лучшую обложку к песне «Не одиноко». Это первая моя работа, которая была после X-Factor. Мы нашли победителя и пообещали ему что-нибудь испечь, чтобы я это сделал лично. Победительницей конкурса стала Екатерина Киричанина. Боже, девочка с Одессы. Что может быть прекраснее? Поэтому мы для тебя сегодня готовим. Я готовлю. Мы на самом деле очень долго думали, что же можно приготовить такое интересное. И так, чтобы оно не испортилось по дороге к тебе. В общем, мы решили сделать тебе печенье. Надеюсь, ты будешь рада. Печенье не простое, а золотое Stand-up Dance. Мы писали новую песню. Песня на взлет, совсем скоро выйдет она. Более того, отсняли клип. И все это было так очень быстро, все очень быстро пролетело сквозь меня. Декорации, костюмы, перестановки, съемки, записи. Вообще это очень круто. Красота. Поэтому приступим к приготовлению печенья Stand Up Dance. Сейчас мне реально показалось, что меня за блендер мои соседи убьют. Но зато я сделал эту крошку. Честно, как в первый раз что-нибудь пеку. На самом деле, когда я верю, что это будет вкусно, это всегда будет вкусно. Поэтому, Катя, не переживай. Многие меня спрашивают: Костя, почему ты так вкусно готовишь? Никто ж не знает, что же я туда сыплю. Кто напишет в комментариях внизу, что же может быть в этих двух баночках, получит что-нибудь интересное. Ну, я точно придумаю, как вас как-то обрадовать или поощрить. Вдруг вы все-таки угадаете, что же это может быть в банках. Какой же мой секрет? Ну, блин, знаешь, чем оно пахнет? Мне папа привозил из Германии йогурт с шоколадными вот этими такими кубиками маленькими, то есть тертый шоколад. Эй, мой пищеволк, мне... А руки потом помою. Ой, такое. Что мяука? Это Famous. Мы его подобрали на улице. Немножко раскормили за пару дней. Что тебе понравилось, как там пахнет? Извини, это для Кати, но не для тебя. Для тебя вон там творожок. Как на дурака посмотрел. Уважаем. И если вам не нравится тут быть, так давайте идемте в свою комнату. Давайте, давайте. Давайте, покидаем помещение, покидаем. У вас билета нету. Давай, посмотри. Безбилетные найдут себе места. Дальше мы берем обычную чашку, кстати. А чашка-то с Харькова, может, кто-нибудь узнал, потому что это кто-то мне подарил. И мы делаем вот так. Раз. Ай, слушай. Слушай, посмотри на него. Он тупо на моей ноге повис. Не хочет. Алло, мне что, тебя катать? Та-ра-ра-ра-ра. Мы сформировали все эти кружочки, теперь просто берем любимые дрожжи M&M's. Тирим. Вот так.
запечь при температуре 180 градусов на протяжении 10 минут, не больше, чтобы они у нас просто не сгорели. Называется «Костя, можешь смотреть уже клип, а вы еще нет». Ребята, посмотрите на это. Дорогие друзья, наше печенье готово. 5 часов утра. 5 часов утра. Ставьте пальцы вверх, подписывайтесь на канал и не забывайте, что я всегда с вами и за вами всеми наблюдаю.